И мы снова вырываемся на Манила Мастерс, китайские квалификации. На очереди третий четвертьфинал верхней сетки. И играют между собой Vici Gaming и Invictus Gaming. Только что досмотрел концовку матча LGD против... Боже мой, Vici Gaming Junior. Конечно, эпическая встреча получилась. Не зря ворвался на начало. Жалко, что не смог остаться до конца. Там, конечно... Надеюсь, что вы тоже все смотрели и вернулись сюда. Ну, и у нас, собственно, противостояние IG Vici. Давайте я вам расскажу про противостояние этих двух команд. Смайл все еще со мной, просто он где-то рядом. Он скоро прибудет, я думаю. У нас игра задержалась по необъяснимым обстоятельствам на 20 минут. То есть команды были в лобби, все было готово. Ну, даже не знаю. Ну что ж... Vici Gaming Junior и Invictus Gaming. Invictus Gaming играли в супер сейфовую доту против Vici. Точнее, Vici Gaming против IG, да. IG играли против Vici в супер сейфовую доту, очень затягивали игру, не могли задавить быстро, и у них из-за того, что у них не получалось, они игру постоянно затягивали в лейт, и зачастую линии вначале проигрывали, из-за чего пытались потом отсиживаться. Ну и в итоге так получилось, что на квалификациях киевскому мажору все игры между этими командами были очень долгими, очень нудными, ровно до последней игры, когда IG взяли себе вингу и практически уничтожили Vici Gaming за 20 минут. Смотрим на пике. Слардер плюс Лайфстиллер. Лайфстиллер и Слардер — это герои, которыми Invictus Gaming играют и часто. Скорее всего, XXS у нас будет играть на Слардере. Лайфстиллер от Бёрнинга. Это уже привычная такая парочка для этих двух ребят. И они очень хорошо реализовывают. Vici Gaming решили открыться с суппортов. CM-ка, полюбившаяся у нас в этом патче. И Тускар. Ну и пока что непонятно, что за коров они будут забирать. Логичен бан Террорблейда, может быть Юрса, может быть Медуза, что-то из этой серии могут еще подзабанить. Ну что-то, что неприятно Лайфстиллеру. С другой стороны, конечно, Лайфстиллер здесь чувствует против вот этих двух суппортов себя хорошо. Бан Эмбера для Invictus Gaming. Так, что у нас там происходит? В лобби Манила Мастерс. Да, вот только создается игра. IG Vitality, LGD Forever Young. Это будет вторая игра. Там Crystal May ворвется скоро. Но, скорее всего, там тоже будет задержка, потому что команды только-только заходят в лобби. Итак, второй бан. Второй бан IG. Минута осталась. Что нужно банить? Какие герои очень сильно... Да, это Урса. Это Урса, даже не пришлось ничего придумывать. Урса, Террорблейд и Лайфстиллер чувствуют себя неплохо. Еще один бан для Vici Gaming. У нас на миде стоит OP. OP играет на различных героях, в том числе на Эмбере, на ОД. Решили забанить Рубика, и вот это уже может насторожить. Рубик. Рубик, почему Рубик? Почему, по какой причине? Может быть, они собираются играть что-то... Что хорошо заходит, но не против Рубика. Третий пик IG. Я думаю, что потихонечку можно начинать определяться с первым хотя бы суппортом. Ну что, под Слардара, под Лайфстиллера. Какой-то может быть еще герой, который увеличит вот этот вот урон. Лина! Алло. Алло. Припоздал это чуть. Ничего страшного. У нас игра задержалась тоже, поэтому суммарно, конечно, мы долго ее ждали. Но я воспользовался моментом, заглянул к Crystal May. И так получилось, что я где-то в 15 часов мы начинали комментировать с ним игру третью карту. И я вот ушел уже ждать нашу карту, а там еще играли. И только вот недавно закончили. Там какое-то невероятное противостояние. Медузы, Наги, Снайпера, Варлок... Классическая китайская дота, классическая, да, пятилетней давности.
именно вот та самая. То есть там снайперу не зайти никак. Ну а здесь у нас Бёрнинг. Вот интересный выбор, Лина. На какой роли она будет, я не знаю. Но вроде как в этом патче у нее неплохие характеристики. Она может быть даже на соло-мид роли. И она очень смотрится хорошо с лайфстиллером с лардером. Потому что лайфстиллер с лардер — это большое количество физики. Лина, в принципе, может и под амплифай неплохо поработать. Но самое главное — это магический урон. Это баланс между физикой и магией. Ну а Вичи пока что СФ. Вич показывает нам вот этот распик Винкс, предыдущий как раз нашей серии. Только там еще был Абадон на третьей, а потом они Сефа как раз добрали себе. Да, тут Абадон был в бане. Да, Абадон в бане. Там Crystal Maiden, Таск, Абадон, Shadow Fiend и кто-то был еще. Честно говоря, уже мне очень плохо запоминается, задерживается в голове. Может быть, этот... Керри для Shadow был какой-то. Джиггернаут. Джиггернаута забанили тогда. Ну, ладно, не суть важно. Ну, пик похож, в общем, на пик Винкс. Спектра там была. Спектра, да, точно. Во, все вспомнил. Тролль. Какая-то очень жесткая комбинация получается. То есть теперь Слардер и Лайфстиллер становятся еще сильнее. Забирается тролль. Лина со своей Лина пассивочкой. Тоже сильнее становится. Да, со своей пассивочкой вообще будет уничтожать. Осталось 5 секунд. Прям даже не знаю. Мне кажется, там лазер будет, какой-то атак от Лины, потому что у нее и так 85, если она докачает как раз Ферисол, да, в 4 плюс тролль еще даст ей 180, это просто 265, 5 гиперстоунов просто халявных. Да, это же ты вот этот вот с лазером, а у какого героя в прошлом патче ты говорил? У медведя, по-моему, да? Мне кто-то да, говорил, Мишка. Что у него лазер получается. Когда он ну так, стрелял. С такой скоростью стрелял под троллем, это вообще жесть. Тут все герои как раз синергичны с этим троллем. Все могут с руки наяривать, как раз Лардар с этим, со своим встроенным башером. И Лина как раз со своей встроенной пассивкой. Ну и Лавстиллер тоже. Очень много будет ДПСить. Тролль очень хорошо заходит. Главное, как использовать. И остается Last Pick для IG, а вот Twitch Gaming думают, чтобы им такое забрать. Что-то, что не боится всего. Ну, честно говоря, даже не знаю героя, который не боится. Кажется, Twitch Gaming сами решили сыграть той самой стратегией, которой их убили IG в финале в решающей игре. Это Венга, SF. Венга, кэрри, SF. Два суппорта таких неплохих. Ну, Венга там, конечно, раскрыла себя в полной красе, когда у нее было больше хп, чем у Кентавра с оф-линии. Ну, очень статовый персонаж, хорошо известно это. И Венга должна давить. Вот самое главное, что нужно исполнить будет Twitch Gaming. Ни в коем случае нельзя с этой Венгой как-то играть пассивно. IG тогда справились. Чем хороша Венга, кроме того, что она будет потом давать всей команды пассивки, соответственно, там очень круто будет пушить товара, и СФ там как раз грейдится за счет этой Vengeful Spirit. Но Crystal Maiden суппорт, он довольно-таки слабенький суппорт, и оффлейнер может стоять очень комфортно против этого саппорта, да, если там берут какого-то фармящего персонажа. Но при вот как раз таком керри, как Vengeful Spirit, у которого есть нюк, у которого довольно-таки неплохая атака с руки, которая будет как раз еще Crystal Maiden давать, то вот в эти два нюка очень трудно будет стоять как раз-таки оффлейнеру. Слардар там будет страдать. Да, а Слардару и, в принципе, нужен любой тайминговый блинк. И еще есть один момент, если игра все же затянется, все-таки у Венги Magic Missile может пробивать магический иммунитет на 25 уровне, если взять соответствующий талант. И зачастую уберут. Но здесь, конечно, я думаю, что для Вичи это уже будет такой не совсем желательный результат, потому что тролль, Слардар, Лайфстиллер, Лина пока что выглядит слишком сильно все это вместе. И, конечно, здесь самый главный вопрос, как XXS поступит. Куда он пойдет? Сразу с талоном в леса, как часто делают в такой ситуации? Потому что, ну, блинк-то нужно тайминговый. Все-таки в лесах хоть медленно, но там будет какой-то верный тайминг, к которому можно выбраться. А на линии неизвестно, дадут тебе, не дадут. Тем более с такими героями. Туск закрывает, Сэмка дает колбу, Венга стан. Урон у них много в начале за счет Венги. Да, масс нюков набирают просто. Масс нюков. Так, ну и Вичи остается герой на оф-линию, который будет стоять против Лайфстиллера. Может быть, который пойдет в леса. Кентавр у нас в бане. Магнус в бане, что еще какие-то бестмастеры остаются. Ну, много еще остается. И это Энигма. Все-таки этот бан Рубика, он был неспроста во второй стадии. Все-таки выбрались на Энигму. Но IG остается второй суппорт.
И мне кажется, стоит задуматься о какой-то контре для Enigma. Вот посмотрим, как они мыслят. Ну, надо брать. Надо, может быть. Сайленсер есть, это самое, что очевидное. Да, в Китае очень любят этого сайленсера допикивать на последний как раз бан, но, может быть, еще какого-то лича взять, как раз с лордара, может быть, поставить в флейн, тогда будут такие неплохие линии. Ну, Котал! А кто сбивать-то будет, ребята? Invictus Gaming решили вернуться к плану Б, к своему запасному. То есть, если у нас не получается как-то выиграть в начале, у нас есть Котал. Котал постоянно ставит иллюминейты, постоянно невозможно зайти. И, скорее всего, нас ждет очередная супер долгая катка. Я ну, здесь нет медузы, здесь нету наги, здесь вроде такие коры, которые быстро играют. Ну, должны, да, но просто IG с такими корами умудряются играть долго, потому что они зачастую там проигрывают, допустим, начало, и все, и дальше только за счет котла. Причем вот мы вчера комментировали Вегу против Спирит, Санейка, ну, ужасно, он постоянно встревал, его постоянно убивали. У IG Котал всегда находится очень в сейфовой позиции, убивают его очень редко, потому что если его убивают, естественно, там игра может закончиться. Ну и до 15 уровня он доживает, а дальше уже даже если его убивают, то не так просто реализовать, потому что талант на перерождение очень хороший. Ну что, ждем? Ждем начала этой игры. Ждем. Enigma. Такое ощущение, что у нас пауза стоит, никак не этот. Да я думаю, сейчас уже начнут. Ну зачем паузу ставить? Оп. Вот, все, пошла игра, пошла заставка, пошел тейкер. Ну красивые все стали. Прям так приятно смотреть. Да. Самое красивое, что есть в доте. Это заставка. Да, заставка и... Не знаю, и какая-нибудь аркана. НЦМ-ку. Но не на Джаггера. Да, но не на Джаггера. За 7 месяцев, на самом деле, за 7 месяцев могли сделать, честно говоря, покруче. 7 месяцев работали на Джаггера. Я могу так сказать. Когда я учился в университете... Мне еще на... только начинали делать аркану, да? Нет. Но это неплохо. Когда учился в университете, мне на, допустим, дипломный там какой-то или курсовой проект иногда давалось 9 месяцев. И в день релиза у меня было еще хуже, чем эта аркана. Мне кажется, здесь вот как бы параллель провести можно. Что там уже, ребята, аркану пора делать, как у нас. И такой меч просто нарисован один, какой-нибудь карандашом. В спину заходит, но OP сейчас будут забирать. Ой, как некомфортно, у него 125 голды, сейчас потеряет еще часть из них. Ой, OP, нужно помочь, Лина, стан! Хороший стан от Лины, просто великолепная игра от Бабока, но... Да уйдет он, уйдет, просто Бабока отлично отыграл, засейвил своего кора. Великолепная просто игра. Возвращаясь к Бабоке, это был один из тех людей, который помог команде выйти. И отлично отыгрывал на своей четвертой позиции. Ну, здесь станом прямо сочно попал. Сочно. Там, по-моему, ЦМ-ка что-то еще стреляла, но это уже неинтересно. Очень важно то, что тролля засейвили, потому что у него золото. И вот только сейчас он что-то себе закупил. ЦМ-ка троллю, не знаю, сколько там, 15 урона может наносит. Потому что вот сейчас он от Таура отойдет. Таур дает сколько? 3. Это 6, плюс 2, 8. 8 армора, да. У него, да. 8 армора, плюс Stone Shield, но при атаке Crystal Maiden 38. Я думаю, там даже 15 не заходит. Да, там это смешное значение. Может быть, даже почти все блочится этим щитком. Итак, тролль у нас. Ой, как-то необычно он выглядит, какой-то тут сетик. У меня какая-то ассоциация с Джаггером почему-то. Это и последний, из последних сетов как раз. Да, ну вот, собственно, тролль у нас на центральной линии с СФом. Слардер пока что берет щиток и решает, что все-таки он попробует на линии хоть что-нибудь подфармить. А Котл тем временем делает какие-то многоспауны. Ну, Кью сейчас будет на котле нам показывать. Давайте смотреть. Застакал 2 спауна. В идеале, конечно, их как-то вот бы... Либо самому формануть для того, чтобы быстро получить уровень, там, золото. Либо в идеале их добить до лоу хп, чтобы пришел Слардер, всех забрал и побыстрее вышел. Потому что, ну, вот если посмотреть, у Бёрнинга здесь на линии, скорее всего, будут... Ну, хорошая ситуация. Вот у него уже 6 крипов. Да, Энигма качает линию, но думаю, что Лайфстиллер свою здесь возьмет. Должен брать.
Да и Enigma тоже свое возьмет, на самом деле. Потому что стоят они даблой против Enigma. Это, в принципе, не страшно, я думаю. Она качает линию, когда линия подходит, она фармит. Когда линия уходит, она идет в лес. Там... Да, это самый главный плюс. И тут еще как раз, когда Эдолоны расплодятся, где-то левел на третьем Enigma, он может спокойно эншотов забирать. Это тоже очень круто. Очень много уровня. Эншенты дают побольше, чем обычные крипы. Слардар! 9 крипов в самом начале. И взял уже себе сапог. Хорошее начало для XXS. А в принципе, если он получит неплохой уровень, может быть, там в идеале до 6 дожить, взять талон, и можно спокойно леса фармить. Здесь вот именно почему я так зациклился на этом Слардаре, потому что он играет с лайфстиллером, и нужно будет по таймингу выфармить блинк. То есть, именно чтобы с лайфстиллером, когда у него появится армлет, делать какие-то фраги. Ну, пока дела отлично. Довольно-таки хорошо. Да, пока дела просто замечательно, учитывая, что мы сказали, что на этой линии у него может быть, могут быть большие проблемы. Но как-то здесь его оставили, решила ЦМ-ка пойти, пофармить леса. Тусик тоже свой фармит. Не знаю, мне кажется, это может быть такой ошибкой, давать Слардеру так фармить. Учитывая, что там еще Котл, который фармит, и фармит леса он очень быстро. Взял уже себе третий уровень. Сейчас теперь Слардер вообще не заморачивается, он на самом деле на втором левеле уже закачался баш. Нормально. Вот на третьем только взял спринты. Это интересно, кстати, потому что обычно не берут до, вообще до 10-го, я помню. Ну, вот он так решил. Подбашивать, да, людей. Будет кого-то бить. Причем даже сам XXS он никогда не брал, но вот в этой игре решил, что, может быть, где-то мискликнул, может быть, просто решил, что башек на единичку. А почему бы и нет? Тем более, что уровни здесь ему дают вообще вдоволь разгуляться. Так, лайфстиллер у нас оказывается за вышкой. Третий, почти четвертый уровень снизу. Ну, Enigma здесь не проседает, ничего не дает подпушивать. В свою очередь, Лина также на отводах. Ну, вот и хотят выход сделать. В смоках стоит у нас Witch Gaming. Залетают. Хотелись. Очень быстро, на самом деле, тролль. Но под два нюка. И это First Blood у нас отправляет копилочку Witch Gaming. Ну, а чуть-чуть. Было. Чуть-чуть Лина не успела. Бабока тут как тут. Он как раз заходил в... Вот когда я показывал его, как раз заходил в магазин и успел быстро приобрести ТП, прилететь, но все-таки тролля забрали. Ну, я думаю, что это не такой критичный фраг сейчас, потому что, ну, забрали и забрали, вдвоем вышли, смог, все дела. В принципе, реализовали. Ну, все продолжают фармить, все выносят свои артефакты. Котл, например, уже к пятому уровню движется. Слардер взял второй стан, уже четвертый с половиной. Как-то все слишком хорошо для такой линии. И сейчас на еще... Новый спирит выход могут сделать, опасно. В инвизии у нас ведет бабока. Энд чувствует чего-то. Да, вот Энд очень прочувствовал хорошо ситуацию. У Янга все очень классно. Пятый левел уже на оффлейне. Уже мана ботинки взял. Сейчас будет выход, наверное, делать в Мекку. Наверное, в грифсы сразу. Мека. А, нет, в Медас? Медас, да. Медас. Или в доминаторы? Да, скорее всего, в Мидас. Все-таки Enigma, они и была тенденция играть с Мидасами, и сейчас еще и доминатор чуть подрезали. Ну, кто знает, может быть, какой-то план у него есть там. Ну да, вот к 15-му левелу, если ты берешь Мидас, можно не брать за 120 золота в минуту, можно взять минус 15 перезарядку способностей. Да, тем более, что это гораздо профитнее, да и в основном даже стараются брать вот именно эту перезарядку, потому что слишком она приятная. Особенно под лейтгейм с такими кулдаунами, как у Enigma, там 15% это в секундах очень-очень много срезается. Но продолжает еще так огрызается, подпушивает линию, пока Бабока отошел, у него все еще нет третьего. Да, зато сверху XXS и Q чувствуют себя идеально. Шестой уровень почти готов. И 1100 монет уже у Слардера. Вот так вот. При том, что и Q не бедствует, у него там все в порядке. Пока что экономика у IG вообще в целом все хорошо. Да, может быть, сейчас пока что активных действий нет, но у Винги, у Witch Gaming Винга, они должны будут чуть позже начинать подпушивать. Против Котла это будет очень тяжело, против Лины это будет очень тяжело. То есть два героя дают свои спылы, все, и крипов нет, уже ничего не подпушишь. При этом сами IG сейчас тоже особо ничего не хотят. Они хотят выфармить армлет на лайфстиллере, после этого блинк на Слардере, желательно одновременно и пойти убивать. Стараться хотя бы это делать. Потому что они должны понимать, что в лейте будет блэкхолл с рефрешером, и там нечего Enigma делать. Enigma. Подстан.
Должны забирать. Хороший стан у нас. Ой, подсейвил. Энигма уходит. Уходит Энигма. Уходит. 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 У него спид хороший. Нет, Бёрнинг все-таки догоняет на фейзах. Да, будут дотянулся. Но забрали в размер бабоку. 6. Вот это, конечно, под сейвы здесь залетели. Отличная игра. Туска. Что хотел сказать? Хотел сказать, что это короночка команды Invictus Gaming. Вот именно Слардер и Lifestealer. Они постоянно стараются забирать. Если им дают и того, и другого, то это сразу моментально инстапик. Слардер и Lifestealer. Поэтому они должны, ну, скорее всего, реализовывать. Тем более, что у Lifestealer здесь после этого фрага, после того, как он вернулся на линию, уже есть шлем. И до армлета остается совсем немного. Как, в общем-то, и у Слардера до блинка. Ему сейчас остается совсем чуть-чуть подфармить. На миде закатывается, на УП, там бабока. Сразу под стан. Нет. Под стан не решился, сделал сразу волной, решил откинуться. Ну да, там один только туск был, он, по-моему, не достал. На топе Слардер 35 крипов. 35. Я где-то это видел уже. В первой игре был Абадон, а тут Слардер. Да. Только в первой игре Абадон стоял соло, а здесь Слардер вроде как стоял против нескольких героев. И вот сейчас важнейший выход, и не читает это XXS. Ну, очень легко понять, почему не читает, потому что он всю игру вот так вот стоит, из чего бы сейчас на него должны выходить. Все-таки забирают его, но все равно у него остается очень много золота, и до блинка остается совсем немного. Он реально может успеть сделать к 10-й, может быть, чуть позже. Все, выходит в пуш. Там Котл. Какой пуш? Да, Котл уже имеет высокий уровень, заливает себе ману, минус крипы. В следующий раз, ребята, попушите, пока я в игре, вам не получится это сделать, говорит Кью. Слардер, ну да, по пол хп срезает, третья волна. Ну, еще можно Лину перетянуть, чтобы уж вообще они прям за один прокаст убивали. Но, в принципе, котла хватает, тем более, что, как мы видим, Лина вышла на центральную линию. В спину. Стан по XSS-у два раза подряд. Сколько он денег же потеряет. Да, было 1450. Ой-ой-ой, чуть-чуть у нас по... Аж в АМ у него залетает волна. Мог бы и умереть, на самом деле. Да, скорее всего, умер бы там. Такая волна очень хорошая. Теперь бабок ставит паузу. Ну что-то у нас небольшие подлаги. У нас они еще с прошлой игры, которую мы с Кристаллом комментили там. Кале. Периодически, да. Вот такие вот легкие подлаги, но тут же продолжается игра. Бабока, пока это все происходит на топе. Да, Слардер, конечно, потерял, это неприятно. Еще и в таверне сидит сейчас, тайминг сбивается. Но Бабока не теряет времени, он уже почти 5 уровня. Он просто в соло пушит центральную вышку, пока тролль уходит в леса, и тролль спокойно фармит леса. И, по-моему, IG сейчас эту игру, ну, контролирует, потому что 4 игрока были сверху. 2 фрага на Слардере, учитывая, что вышку они не пропушили. На мой взгляд, того не стоили. Учитывая, как действовали в этот момент IG, как они много получали по всем линиям. Да, хоть и проигрывают они 1-4, но по графикам это ровно. Даже по золоту чуть-чуть IG у нас впереди. Как раз таки из-за того, что собирались вместе у нас с Witch Gaming и пытались этот таур снести. Нигде не фармили. Все, Слардер уходит со своей линии. Вон, здесь скорее котла нужно оставлять. Слардеру нужно идти и фармить леса. Он смачок уже... какой-нибудь? Может быть, на Бёрнинга? На нижней линии выход. У Энигмы есть блокхол, но Лина рядом, и блокхол нельзя давать. Минус Энигма, тем самым у Лайфстиллера. Вот так вот его еще и мало того, что у него есть инфест-бомба, так он еще и до подключения Слардера может делать фраги на ранней стадии за счет того, что у тролля есть батл-транс. Батл-транс, да, еще Лина как раз на Эре, вот она пассивочку закачала. Ну тоже вот. С руки неплохо бьет. Ой, не закрыли тролля, могло получиться неплохо. В итоге вышку нужно денайть. Денайт вышку, это немножко золота. Для того же Слардера это здорово. Слардер опять обнаглел, Слардер опять пришел на линию. Теперь на этот раз он фармит лес и одновременно еще и крипов. Ну и его никак не наказывают. XXS действует очень здорово. Уже 1200 у него фактически. Можно фармануть раз леса, и все, и блинк будет на 10 с небольшим. Ну вот если бы не вторая смерть, было бы на 10, наверное. Да, такое дарование юное китайской доты, XXS. Он очень сильно спрогрессировал за последние, ну можно сказать, уже там месяцев 9, наверное. Потому что начинал он... последние месяцы отмечали очень жестко. Он реально круто играет. Вместе с Бабокой как раз они выделяются в этой команде очень сильный. Он начинал с того, что он очень хорошо играл. Но он вообще ничего не мог сделать на линии. То есть он всегда брал талон на любом герое, потому что на линии все, его там уничтожали. Но они поняли, что так продолжаться не может, нужно учиться.
первое время это был провал, но вот сейчас, вот в этой игре, как он действует на линии? Он просто чувствует, когда нужно выходить, когда выходить не нужно. Ну, два раза его поймали, ладно. Но, в принципе, соперник ему дает фармить, и он фармит. И, опять же, решение идти вот именно не в лес, а на линию, оно здесь окупилось. Есть фит такой специальный, как бы, когда ты даешь спейс всей остальной карте. Вот, и... Бёрнинг зачекал. Он хоть и нафидил, но на 10 минуте, вот на 11 минуте он купился даггер, он купился смок, и сейчас пойдет реализовывать его. Это очень быстро для оффлейнера. Да, из-за того, что в него кидали спылы, постоянно не могли пушить, потом Котл там оставался в безопасности. Синфест бомба будет? Да, залез, да, да, с армлетом. Да. Есть вард отличный, он все видит абсолютно. Зачекал бёрнинг смоки, отличный защитный вард. Котл пошел сразу же отпушивать. Нельзя палить этот блинк-даггер. Нужно использовать какие-то смоки. Вот не знаю, может быть, все-таки догадываются или видели. Вообще смог бы не завязать и прям не напасть. Вот прям сейчас смог под тауром. Бам! Я думаю, что сделают. Да-да-да. Хорошо. И пойти. И пойти просто куда-то туда, в сторону фонтана. Опасно. Вот на мидл куда-то, да, вот на вот этих крипов. Потому что здесь сейчас, мне кажется, СФ... Ну, жадный же будет. Жадный. Вот говорит, хочется. Команда со мной, я не боюсь. И его сотрут. У него тысяч, хоть 1100 хп, но чувствует. Его, я думаю, моментально, потому что есть еще и лагуна. Рискует, заходит на горку, но риск оправдан. Вся команда за СФом, есть свап у винги, забрать его здесь не получится. Все, и в итоге делает тычку с лардер. Смок закончился, в любом случае. Сила тьмы сканирует область, грамотно все делают. Понимают, что нет ластиллера, что могут быть в смоке. Идут за СФом, СФ с ДД, есть тики, есть варифайр. Но его будут стирать моментально. Нельзя в секунду он умрет. А. Он умрет в секунду. Нет, свап. Отличный свап от Энда. И СФ отступает. Энд отлично сыграл. Но вот он стоял именно за этим, для того, чтобы подсейвить. В принципе, читали ситуацию. Ну, Слардер прыгает еще раз. Ну, а где? Где помощь-то? Куда что-то? Я не знаю, зачем он прыгнул далеко. Вот нельзя так прыгать, если тебя ты не успеваешь. У твоей же команды нет даггеров. У твоей команды нет очень жесткого мофспида. Ты врываешься и... Если бы ты застанил пятерых и убежал бы оттуда с форстафа, то да, это оправдано. Но у тебя нет ни форстафа, ты еще на спринте, дополнительный дэмэдж получаешь. Нельзя так прыгать, команда не успевает. Ну, психанул. Не будем забывать, что все-таки... Да, лейт потенциал, понятно, там Котл может отпушивать постоянно, будут видеть за счет Аганима Энигму, но если Энигма ворвется, Блэк Колта и ничем не сбить будет, а у нее Мидас, она, скорее всего, выйдет свои артефакты по такой игре. ОП вообще не видно, ОП там на своем тролле засел в лесах, никуда не показывается, ну, есть вторая ульта, в принципе, с ее помощью. Есть какие-то шансы. Кью очень грамотно делает. Ну, не берет ни монолик, ни ненужные скиллы сейчас. Просто берет как раз в 4 чакру, делает... Максимум делает иллюминейт, да, и потом моментально сразу с второй иллюминейт, потому что там кулдаун 4 секунды становится. И линию в соло отпушивает. Не нужно как раз дополнительного нюка от Лины. Он, на самом деле... Уже очень близок к Аганиму. Ну, у такого котла Аганим появляется, естественно, достаточно быстро. Из-за того, что очень много фармит за счет иллюминейтов постоянно. Чем Котл полезен? Ну, то соло стоит, если его не забрать под тауром. Он как бы фармит, отпушивает линию. И параллельно твоя команда сплит-пушит и забирает в другие товары. И ты за это деньги еще получаешь дополнительные. Ну, не исключено, что на том же Киев-мажоре, на который IG прошли, против них некоторые команды будут банить котла, потому что у них слишком хорошо налажена игра с этим персонажем. Опять же, даже можно сказать, неважно, что там появится Найтсталкер какой-то, не появится, он используется именно не вот это его ульта с Аганимом для того, чтобы там как-то светить, а именно для отпуша. Ну, то есть как раньше использовали котла в самое-самое там, давнее время. Просто постоянно отпуш, отпуш, отпуш. И работает очень хорошо. Battle Trans. OP готов. Есть было ДД. Уходят, используют смоук. Интересно. А это опять же, все вот этот котл, он ведет к тому, что этот нотки бёрнинга, нотки любителя лейтгейма, поиграть и так далее. Выход лейт. Да, очень быстро. Под ультимейтом. Даже просто не реагирует на эту вещь гейме. Под минус армором. Очень круто. Три героя вообще классно синергируют. Слишком всё, быстро. Ментально, да, 20 секунд. Ну, не 20, 15 секунд. Нет, меньше даже, 13 секунд, и Рошан минус. Да, и даже среагировали Вичи Гейминг, можно сказать, буквально там через несколько мгновений после ультимейта тролля начали двигаться. Но для того, чтобы собраться вместе, там как-то выйти, нужно некоторое время, этого времени не было. Даже
получилось быстрее, чем и опаснее, чем какая-то ужас, когда забирает. Потому что слишком быстро. Котл имеет еще деньги на еще один артефакт, и ему остается 600 монет. Ну и плюс в этой игре нету Найтсталкера. Днем он будет бесконечно подхиливать, призывать. Давайте. Котл стоит, он просто на холл позиции стоит и просто пускает свои волны. Смещаются опять у нас вниз Вичи, хотят поймать этого котла. Котл просто из-под таура не выходит, он как у себя дома стоит. Просто спамит. Если сюда он зайдет, сразу моментальный телепорт и не сдобровать будет Вичи Гейминг. Трудно зайти. Верхняя башня сил тьмы разрушена. Падает верхняя вышка. Да, вот ну и вторая котл... сразу волна. Все, отпушил. Так смешно, на самом деле, смотреть за этим, как Котл сидит, и вся команда на него просто он 5 героев сдерживает, посмотри просто на карту. 5 героев здесь. Пришли, посмотрели, ничего не смогли сделать. Я тем временем как раз падает тот, о чем я и говорил. Просто сплитпуш, тайджи, другие линии, приходится растопашиваться. Ну, такая, да, на самом деле, тупая макроигра от тайджи. Ничего сложного, ничего нового. Просто решил всех отпушить. Для них еще Вичи очень хороший соперник, потому что Вичи, в отличие от многих команд не китайских, да и даже уже и китайских, они вообще ничего не пробуют менять. Они постоянно действуют по своему какому-то шаблону, и так получилось, что их шаблон — это вот просто прийти там, попытаться подпушить. Ну, уже смешно на самом деле. Я смотрю седьмую игру этих команд. Ничего не меняется с котлом. Как Вичи шли атаковать, если бы они еще сейчас каким-то образом подпушили, запушили, они пришли на рампу и штурмовали этого котла до тех пор, пока либо они каким-то чудом его не пробили, либо не умерли все. Ну а пробить его, естественно, невероятно тяжело, потому что вот эти вот Illuminate урон-подхил, плюс еще и Blinded Light. Ну просто вот Вичи Гейминг. Классические. А вот Эгони на котле. На 17-й минуте. Это очень круто. Да, уже блинк на линии, блинк на слардере. Лайфстиллер почти оформил себе дезолятор. Да все приоделись уже. Реально все приоделись. Хоть и два фрага, просто за счет фарма. На графике можно взглянуть. Ну да, просто за счет фарма они 6 тысяч впереди. Просто перефармливают в Вичи Гейминг на пустом месте. Да, то есть еще и несмотря на то, что... Ну здесь, да, здесь не прижато к базе. То есть это... Типа IG обороняются, на самом деле у них обороняется один котл, все остальные герои делают все, что хотят. А Вичи... Вичи бы тоже действовать... Ой-ой-ой, на миде. На миде заехали на СФ, а спасают его Тускар очень неплохо. Да, тут внезапная атака произошла, но не хватило урона. Ну, так вот бывает. Батл транса, видимо, не хватило. Так, а дезолятор уже был, да? Да, уже был дезолятор. Ну, тролль использует Battle Trance для того, чтобы поломать верхнюю вышку. Никто вообще не сопротивляется. Вышка стремительно теряет ХП. Только сейчас подходит Тусик, кидает шарды. Но это все... Вичи Гейминг. База падает. На топ, телепорты, на шрайн. Еще Crystal Maiden, SF, Shadow Blade. Заходят в спину. Ну, читают игру IG. Просто грамотно уходит. Сюда опять просто стяжка. Катают по карте, как хотят. Что хотят, то и делают. Просто Вичи Гейминг ничего не могут им противопоставить. А зачем IG здесь оставаться? Они уже спушили вышку. Всегда ну, логично, нет. Но бывают моменты, когда хочется дальше пойти подраться. Говорит, пойдем. И тебя убивают минус 3, и тут уже графики выравниваются, и все всех с Энигмы убивает. IG ну, вот нет. Настолько аккуратные, что они зачастую, даже если в смоках в пятером идут, если они доходят до вражеской вышки или до какого-то хайграунда, и у них нет минус один или какой-то инфы, они не пойдут дальше. Так, вот сейчас смотрим. У них хороший вард, видит СМ-ку. Бедный, залетают моментально. Все лагает, правда. Ну, понятно, что ее стерли там в секунду. Слишком много. Battle Trance от тролля, у него дабл дэмэдж. И это еще одна тир 2. Какая же простая игра для IG. So easy. Ну вот просто 3-5 счет на 21 минуте. И преимущество огромное у IG. Они выходят, пушат ТВРа. А Вичи вообще ни зачем не успевают. Они боятся, что еще Слардер периодически с лайфстиллером куда-то запрыгнет. Из-за этого они ходят в пятером. Ну, IG, конечно, демонстрирует уровень в разы выше. У них нет какой-то идеи у Вичи Гейминг. Просто нет идеи. Они...
бегают туда-сюда, туда-сюда. Прибежали на одну сторону, пытались на тауэр напасть. Вроде есть чем тауэр пушить, но там котл. Вот он кинул две волны, отпушил. Ты не можешь дальше пушить. Тебе уже две другие линии пушат. Они приходят на другую линию, пытаются этого котла поймать. Ну, и там то же самое. Котла не поймаешь. Ну, знаете, они пятером бегают, я не знаю, что делать. Ставят варды, вроде в смоке. А их уже с одной и с другой стороны просто плетят. Просто читают. Тут просто котл издевается над ними. Постоянно уже линию запушил. Отпуш линии дошел до тир 3 соперника. И котл продолжает заливать. Сверху фармит у нас бабока тоже. То есть, даже если их кого там найдут, а их найти непросто, потому что у бабоки блинк, у котла аганим, он прячется в лесах. Даже если их найдут, то это всего-навсего суппорты. И у котла уже очень скоро появится 15 уровень и талант на перерождение. Сколько они времени потеряли? Вот сколько вот Лина сверху фармила и сколько котл фармил? И они вот простояли на миде, не знаю, минуту где-то. Минуту, чуть больше минуты. Это был 10 тысяч, стало больше 10 тысяч уже. Ну, да. Просто стоят, ничего не делают. Их просто перефармливают. Так не должно быть. Конечно, теперь понятно, почему IG так верит в своего котла и забирают его на last pick, несмотря на то, что там Enigma. Зачем бояться, когда ты получишь такое преимущество, что здесь просто будет взятл гем. День наступит очень скоро. Как только наступит день, я думаю, еще сильнее будут бояться игроки Vici Gaming, потому что их будут видеть. Уже Enigma даже с хорошими артефактами будет заехать не так просто. Юл делает себе XXS. Неплохой выбор. Лина оформляет тоже Юл. Ну, для Лины так вообще, это можно поднять, кого-то подюлить и убить. Медас для XXS. Он райт-кликом купил его. Ага, и потом будет делать Юл. Угу. Ну, сейчас, я думаю, быстро все-таки накапает на этот медас. Ой, на Юл, то есть. На Юл. Ну, тоже хорошо, учитывая, что все-таки идет макро-борьба. У соперника есть медас. Да, вот и второй медас появляется. Ответка. Два медаса на один пока что у нас. Ну что еще? Ну, вряд ли Лина или Котл будут покупать. Это герои, которые могут себе зафармить и без медаса нормально с такими спылами. Тем более, как игра идет для бабоки. Раз, два, все, линия пропушилась. Опять снизу и опять стоят в пятером практически. Даже если заберут эту вышку, это будет уже не в плюс, потому что... Просто не... Все как ненавидят этого котла, просто туда идолоны пошли, туда Сигил прилетел. Говорит, если он там будет... Мы его устираем, и без разницы, что с нами будет. Да. Ну, наконец-то падает эта вышка. Это тир 1 на легкой линии. Но их тем временем спидпушат очень жестко. Посмотри наверх. Там уже Таур на Лина накоцал. Соло, суппорт уже пушит. Тир 2, да. Падает. Все внешние товары у Vici Gaming упали. Еще и лес тут же зафармили, в то время как перетягивается Vici Gaming к себе на базу и ничего толком не фармят. Но вот Цемка единственное, что подфармливает немножечко леса, хоть что-то. Приходит Бёрнинг, подъедает идолончиков, дополнительный фарм для него. Тролль и Лайфстиллер у нас в топе по нетворсу. Котл выходит уже на пятую позицию, Лина на шестую. Ну вот, пожалуйста, именно поэтому себе и взял Midas XXS, потому что Котл и Лина постоянно фармят линии, отпушивая их. Лайфстиллер и тролль постоянно фармят леса. Единственный персонаж, который не может фармить, это Слардер, он слишком медленный, но у него есть Midas. Ну и теперь все, теперь фармят все. Теперь фармят все, Vici Gaming пытаются что-то придумать или просто уже ждут, когда что-то произойдет. Я вот просто пытаюсь... будет 5 отожженных героев. Во, я вспомнил, как закончилась одна игра победой Vici Gaming. Вот просто продолжалась такая игра, и она продолжалась так долго, что, видимо, у IG психанули игроки. У них сначала Котл побежал в пятерых, а потом они все заюзали смок и вбежали с лоу-граунда, просто ничего не сделав. И вот это, по-моему, одна игра, которую Vici Gaming выиграли. Все, больше они не выиграли ни одной. То есть только я если... Я думаю, они учли ошибки. Да. Это даже не ошибка была, это какая-то была уже немножко поехали после этих квалификаций супер долгих. Минус таск. Так, ну и что? И может быть мид, Рошан. Рошан просто ради денег его зафармить можно, да? Да, он Рошан моментально умрет. Просто моментально. Под второй амплифай. Сейчас положит как раз. XXS кладет. Все, под Battle Trends. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Минус Рошан. Просто, не знаю, в секунду за 6-7, наверное, забрали этого Рошана.
Как Ancient Creep'ов, наверное. Да. Большой толстый Ancient Creep. Котл покупает себе Blink Dagger, Лина после блинка Юла начинает делать себе Ethereal Blade, Слардер. Слардер все-таки передумал и будет делать фурстав, и это тоже хорошо, и Юла, фурстав для него, это классные артефакты. Бёрнинг почти доделал Кирасу, то есть в случае, если базу все-таки будут атаковать вражескую, то минус армора будет много, Дезолятор, Кираса, здания будут падать знатно. Ну а здесь Вичи Гейминг, не знаю, досидеть до Блэкхолла с БКБшкой попытаются. Наверное, так, это единственный вариант, но еще БКБ нету до сих пор. Ну там очень много других артефактов. И Мека, и Аркана, и Блинк, и... Сейчас вот только выход в БКБ. Да, и Мидас еще, забыл я, конечно. Мидас, конечно, да. Грейзов еще, правда, нету. Ну, можно будет и Грейвзы потом апнуть. Просто к этому моменту я не знаю, что будет у IG. У IG уже 15 тысяч перефарма и по золоту, и по опыту. Идут сейчас за ЦМкой, видят ее, прогоняют. Котл будет сбивать вард, видит вард, ментально его сбивает. Все, вижен на карте. Ну, постучать нет. По турочку надо, да, вот таким вот образом. Как раз Бёрнинг заходит. Раз, два. Ему просто повесить дебафа какой-нибудь, там, я не знаю, тому же троллю с рейнджа бить. А ему плевать, он стоит под волной котла. Если даже его как-то под рейжом с руки чуть наяривают, вот, то его сразу моментально котом вылечивают. Свапать опасно, но он на постраховке рейдж держит. Все грамотно. Вот, показывают как раз Бёрнинг, осторожно, тебе могут свапнуть. Да. Только что его прокликал. То есть сам Бёрнинг прокликал, что я больше не пойду туда, типа, могут меня подсвапать, походу. Если что, сейвите. Так, ну нет, тут уже не зайдет, потому что команда ушла. Снизу у нас где-то Лина. Хотя, в принципе, Лину-то очень быстро Котл вызовет. Тролль решает подфармить эншентов, воспользовавшись ситуацией. Ну, здорово, зажали. Быстренько уходим во вражеские леса, фармим их. Потом можно опять поджать, опять зафармить леса, а враг будет просто стоять и смотреть. Тусик полностью бесполезен. 12 уровень, медалька, Orb of Venom, фейзы. Это вообще не артефакты для такой минуты. ЦМ-ка, в принципе, тоже. У нее только Мидас, и она только начинает хоть что-то фармить. У Enigma БКБ нет, СФ вообще полуголый какой-то. У Винги 2,5 артефакта. Ну, собственно, вот и все. А здесь уже скади у тролля намечается, при том, что... Ну, они очень прижаты, очень прижаты. Их просто сейчас перефармливают, будут массу набирать. А я знаю, вот эти команды с Бёрнингом, они всегда так делают. Вспомнить там, не знаю, какой-нибудь второй, там, третий... Второй, по-моему, International, когда вот этот 50 тысяч преимущества у Бёрнинга, Бёрнинг на Лондруиде, 12 слотов. Мы только после этого идем воевать. Это вот-вот, это Бёрнинг. Здравствуйте. Он умеет игры выигрывать. В лейте. Да, Бёрнинг... Сколько лет уже и все еще не стареет. Сколько лет выступает на проуровне. Ну что, вышка. Вышка все еще стоит. Есть глиф фортификейшн. Винга покупает себе пику. Неплохо. Ну, коры вроде как даже, казалось бы, не отстают. Ну, не сильно. Но штука в том, что уже и саппорты подтягиваются, а здесь у суппортов все слишком плохо. То есть игра будет 3 на 5 у нас в какой-то момент вестись. Слардер уже начинает фармить леса потихоньку, форстав, и как раз вот делает себе иул. Для него главное жить и по кулдауну врываться, давать станчики. Это самое основное. Да, в жердя одеться, чтобы не умирал быстро. Потому что спринт, конечно, дает очень много дополнительного дэмэджа по нему. Взял себе здоровье. Здоровье в секунду. Танк. Лина дальность атаки взяла. Ой, дальность способности, извиняюсь. А Лина в ДД будет одеваться. И линза есть, и вот эта дальность способности может нормально раскидывать. Да, и в конце, в принципе, здесь... Интересно. В конце либо Dragon Slave, либо ускорение... Ускоренный заряд Fiery Soul, но еще есть дальность атаки. Вот интересно, возьмет 6% все-таки? Так, у нас тут выход, впервые нашли хоть кого-то, Лина, убивают ее. Вау, сколько за этот фраг дали? Пока я смотрел таланты, много. Ну, я тебе могу так сказать, ну, если одевается в ДД, то берут, ну, как бы, минус 30 от времени возрождения, потом 50 к урону, 150 к дальности атаки, минус 4. Короче, лево-право, лево-право.
Ну да, да. А здесь скорее если... уж способности взять лучше. Да, если берутся в магию, то лево-лево, право-лево. Тролль нападает на Вингу. Винга покатилась. Влетают в Вингу, очень быстро стирают, ничего не успевают сделать. СМ-ка прячется в лесах, СФ, доджит манты, все, что только можно, но Котл откидывает его назад, блэкхол хороший, но где же урон, как много урона от блэкхола! Ой-ой-ой, Янг! Я тебе могу сказать, это не урон не от блэкхола, сейчас посмотрим на дэмэдж, который дала Кристал Мейден, это минус 5, это тимвайп, вот просто Кристал Мейден, сколько надамажила с фризингфилда? Кристал Мейден, 2500. Ну, да. Энигма успела постелить розочку, это Миднайт Пульс, да, скорее да, всего, да, так да, съел. Да. И Midnight Pulse, еще 2500 от Maiden. Ну, вдвоем, просто два героя развалили всю команду. Очень крутой блок холл. Ошибочка! Ошибочка у нас от IG. Вот это очень Янг долго фокусили ворвался. Они этого SF-а. Да. И в итоге SF-то даже толком ничего и не смог сделать, не успел просто. Он там где-то... А, он вообще Бабока умер. На DDC. А что? 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 А что так долго-то все? Юл можно попробовать было. Ну, надо было сразу просто стан давать. Видел же прекрасно. Так, ну вот это уже начинает быть несколько интереснее, потому что разом за эту драку отыгрались 20 тысяч, очень серьезно, и Enigma, что самое главное, у Enigma есть уже вот этот вот замечательный талант, она может выйти в Октарин, с Октарином кулдаун блэкхола будет очень маленький, потом еще какой-нибудь артефакт. Ну и в принципе Enigma это ведь такой герой, который с Аганимом может убить всю команду в принципе один. Это, наверное, уникальный герой. Понятно, что все должны стоять в куче. А если есть еще и рефрешер, то там, ну, без вариантов. Розочка плюс аганимный блэкхол наносит слишком много урона. Как, в принципе, уже вы видели. HYM получает амплифай, попытается отсюда уйти, его форстафят, слардер, заезжает на горку, ломает вард и уходит. Фу. Да. Вот это... Игра становится немножко интереснее. Как и всегда бывает в противостояниях Вич и IG, игра начинается с 40-й, с 30-й минуты. Стан залетает. Battle Trance. Свап моментальный под Warless Punch. И заканчивается действие Рейджа. Закончился Рейдж. Тут же Слардер ворвался, погиб. Вот эта комбинация. И следом Бёрнинга тоже минусует. Кристал Мейден. Отталкивают ее. И Enigma идет дальше. Нету блэкхола. Телепорт от Винги. Классная комбинация. Свап под Warless Punch в последние секунды Рейджа, и Лайфстиллер слишком уязвим. В итоге забрали Слардера, забрали Лайфстиллера, получили еще много золота. Опять Enigma топ дэмэдж? Честно сказать, это камбэк. Потому что было 20 тысяч, вот это было реально много, а 10 тысяч уже немного. Да, тем более это... тенденция идет к тому, что несмотря на эти 10 тысяч, уже хорошо дерутся. Сейчас еще отыграют. Вышка. Да и они уже сами выходят, они сами выходят пушат. Так, минус тир 2. Сами при этом ни одной стороны еще не отдали, что приятно. Правда, тир 3 отдали, но Шрайна будет не так просто в такой игре убить у Enigmy. Есть Black Hole сейчас. Все еще работают медасики. Да, саппорты подтянулись, у них было прям совсем все плохо. Там порядка 4-6 тысяч, сейчас хотя бы по 8. Тускар доделал себе Блинк и Solar Crest. Это уже нормально. То есть медалька это... просто ничто. А вот Solar это поинтереснее, тем более есть блинк. У Цемки появляется также у нас блинк for staff, но у нее мидас еще сверху, поэтому она будет набирать. Винга, конечно, кэрри Винга для энда вообще нетипичная роль. Посмотри, он третий с конца находится. Но он хотя бы поправил свою ситуацию, у него было еще хуже все. Было бы только Яша и Пика. Для вот этой минуты это совсем печаль, на самом деле, для Винги. Смоук, тролль находит, тролль успевает уйти с блинка. Не успевает, хорошая реакция у нас от ОП. Наш... HYM он Monolik. Слардар. Фурстаф. Уходит. Стан. Ну, играют очень аккуратно. Здесь и те, и другие, потому что с одной стороны Enigma, с другой стороны все-таки отставание достаточно большое. 10 тысяч все еще имеется. И ошибка вот в такой ситуации, это, ну, ГГ. Соперник базу снесет. Ломаешь Райн. Да, ну, с первой сломали, и тут же на Рошана, который появился. А вот Рошан очень плохо, что они отдали. ВГ-то могут за него подраться. И вот вроде они идут, вроде они знают, но тролль, Слардар и, самое главное,
Падение на Туска, ЦМК, стан, в Туска залетает очень много урона, форстаф, свап, все залетает в Туска. Туск, живи, Туск уходит с блинка. Ворвались в вингу. Энигма блокхол, отличный блокхол по троллю. Попадает сюда же и лайфстиллер, два кора, но нет. Упи, съедает сыр минус Энигма. Кажется, это конец. Есть два байбека. Кристал Мейден не закастила. Есть три байбека. Это минус еще энд будет. Ну, байбекается моментально. Таска сейчас тоже будет стирать. Нет, Таск уходит. Иллюзии Сефа добили тролля, но теперь нету блэкхола, что самое неприятное. Сейчас всех подлечит, еще котл. Ночь. Байбеки закрывают Бёрнинга. Бёрнинг, есть инфест, есть Аегис. Очень много выбили сейчас. Ой, стирают моментально. Стирают HYM, а следом падает винга. Бёрнинг, монолик на Сефа. Тот пытается уйти в инвиз, но есть гем, минус вся мана. Бёрнинг. Малифайс, Бёрнинг стоит на розочке, и Бёрнинга выбивают Аегис. СФу нужно прятаться, но нет, от Иллюминейта. Нет байбеков, сейчас встанет Бёрнинг и просто снесут всю базу разом. GG. Ну, хотя бы было интересно. Да, хороший был блэкхол от Энигмы, но на этот раз не смогли добить, не хватило урона. И оставшись на лоу хп, тролль просто съел сыр. Слардар очень грамотно впрыгнул. Не дал подойти как раз с суппортом и дать вот этот дополнительный дэмэдж, чтобы стереть тролля моментально. Бёрнинг выходит наверх, сейчас подрейдж, почему армлет не включен, непонятно. А уже стан, тут сейчас будет доигрывать, да, по-моему. Ну не знаю, ну не, по идее должны заходить. Да, ну, подрейдж, если... неси, под армлет, рейдж, неси это вот. Если не будет еще одной такой ошибки, то здесь нереально восстановиться. У Энигмы 37 секунд еще до блэкхола. Лина заходит, поднимает воздух Энигму, стан не попадает не, по таймингу. Не по таймингу. Ну, две стороны. Две стороны сейчас спокойно идут. Это тоже барак нужно добить, потому что милишный барак, он дает линию пушить быстрее намного. Все, отход. Опять 20 тысяч. Вернулось все к истокам. Только теперь еще и две стороны, еще даже больше будет, чем 20 тысяч, поэтому, конечно, огромный разрыв. Как мы видим, а счет 14-14. Это Китай. Казалось бы, ну вот так вот бывает. То есть счет здесь из-за того, что сначала одни заработали преимущество, а потом другие смогли навязать вот эту драку, которая вернула очень много золота. Получается, что счет равный, а преимущество при этом 30-ка. Жесткие качели, очень жесткие. Да, у Сефа мало, у Винги мало. Энигма фактически это основной кэрри. И Энигма забивает на Октарин, понимая, что единственный вариант это два блэкхола сейчас. И начинает делать рефрешер. Но действительно, два блэкхола. За два блэкхола уж точно и тролль, и лайфстиллер отвалятся там без каких-либо вариантов. Ну, посмотрим, сможет ли закастить их. В принципе, с грейвзами, с хорошим уровнем это вполне реально. Еще грейвзы ребутнет. Да, еще можно взять над пуши и долонов. Не знаю, вот что возьмет. Но мне кажется, Энигме 12 к броне, ее сила не в том, что она там танкует, что у нее броня, а вот именно для того, чтобы пушить этими долонами, учитывая, что у тебя бараков нету. Ты видел вообще эту дичь? Ты взломал их на 25-м левеле? Да, это вообще жесть. Делал такое. Ну, как правило, там уже, когда я доходил, это был уже такой рофл, потому что слишком большое преимущество, и просто это еще пачка идет. Сколько там, 8 штук, да, плюс 8, то есть их 11 получается. Их очень много, да. Ну, как раз вот без линии самая то игра. Не хватает Энигме где-то 1500, да, рефрешера. И, конечно, время поджимает. Ну, выходит на нижнюю линию, сейчас заберут тир 2. Это немножко золото. Ну, не боятся, можно должное дать как раз Вичи Гейминг, что не боятся ТВР забирать. Что не пытаются как-то еще воевать. Так, забрали тир 2. Дальше пойдут? Да не, да не, не, не пойдут, конечно. Это маловероятно. Вернуться, тем более там база уже падает. Там вот статуи всякие разные. Приходит Энигма. 21 уровень. Что по талантам, по уровням? Котл у нас взял 7 к броне. Интересно. 40 к урону тролль. 25-го еще нет, уже очень скоро. 7 брони. 6 к урону способности от Лины, ожидаемо. Лайфстиллер взял себе уклонение. Ну, наверное, да, для него здесь это пополезнее. Туск взял дополнительно золото в минуту и чуть-чуть будет подниматься за счет этого. У ЦМК есть Мидас, взяла дальность способности и пока что до 20-го не дожила. СФ... Вот что Туску бы выбрать?
Плюс 150 крита или 700 к здоровью. Вот 150 крита на самом деле. Ну вот я всегда криты беру, я не знаю как. Но он реально очень больно бьет. Вот еще плюс 150 дэмэджа, это же реально жестко. Ну учитывая, что как они играют, то есть там подслаб какой-то лайфстиллера, лайфстиллера нужно останавливать. Может быть, действительно крит имеет смысл взять. Хотя здоровье тоже очень... 700 здоровья, 700. Это две трети Тараски. Ну, хороший таласка талант. Тараска сколько дает? Тысячу? Тысячу там с лишним, с копеечками? Да, Тараска вот. Порядка 1000 дает, я вот точно не помню. Ну что, нету Аегиса, нету Сыра, позиционку заняли IG. Очень тяжело будет дать хороший блэкхол, пока они занимают такую позиционку, даже в теории. Хотя... Да нет, будут ждать Камнеголового, мне кажется. И опять под Аегис, под Сыр. Как они сделали в прошлый раз, наверное, будут заходить. А сейчас будет перефармливать, вот Шрайн еще стоит, конечно же, его надо убить. 100 голды еще с Варда. Ну, просто опять деньги зарабатывают, опять жрутся на суппорта. То есть Нетворса смешно просто смотреть, если вот так вот посмотреть. И Никма единственный отфармленный герой, и то она идет под троллем и лайфстиллером. СФ вообще проигрывает и линии, и котлу. Котлина, да, у нас просто впереди. СФ, а про Vengeful Spirit вообще можно молчать, там в 1.7 и 1.6 раз опережают этого Vengeful Spirit. Да, при этом Венга и по уровню у нее все. Ну, в общем, пытается Венга... что-то из себя изобразить. Рефрешер готов. Байбека теперь нет. Два блэкхола. Это all-in. Два блэкхола, это, конечно, классно. Если поймать двух кор-героев, то дальше уже с котлом, с Линой можно. Как-то идеально, конечно, идеально. Они, ну, как бы тебя пушат, ты под розочку засасываешь пятерых, потом ты идешь выбивать байбеки и, соответственно, под рефрешер повторяешь задание. Да, это... Я думаю, что в пятерых, если даст, то это будет слишком круто. Но здесь хотя бы попасть вот в коров. И делает аганим для того, чтобы иметь возможность... Там, в принципе, розочку, как правило, Энигма успевает постелить в любом случае, потому что это... на это тратится очень мало времени, и, в принципе, это на автомате уже делается. Но вот второй раз розочку уже особо не постелишь, там хочется сразу нажать боковой блэкхол моментально. Ну и, в принципе, если лежит розочка, это все стакается. То есть, если ты успел постелить две розочки и два блэкхола аганимных дал, то все уроны накладываются друг на друга. То есть, там две розочки и аганим, соответственно, это как три. А как три, это... Я не помню, я считал в свое время, но там, короче, больше 100% снимается, учитывая, что сам еще урон от блэкхола чистый, еще сверху заходит в абсолютных значениях. А там все умрут, там 100% все умрут. Даже от двух розочек и блэкхола все умрут. Ну да, обычно так и бывает. Но для этого нужно найти момент какой-то. А момент будет скоро, но будет он после Рошана. А Рошан у нас очень долгий, почти максимальный, там 10-40 где-то. Даже не знаю, в чью это пользу, в такой вот Рошан. Это в пользу телезрителей. В пользу телезрителей? В пользу телезрителей, то, что игра продолжится еще чуть-чуть побольше. Ну, то есть, с точки зрения команд, здесь уже, наверное, не важно. Хотя вот сейчас смог. Ай, ну... Это под Рошана выходит, да. Вот как раз на... Рошан нет. Чуть... А если был бы самый ранний Рошан, то они бы не успели опять. Кью стоит, Варди хороший, сейчас могут Кью. Ночь. Раз. Ночь наступила, это то, что нужно сейчас. Ночь. Ой-ой-ой, Кью! Ой-ой-ой. Закатился. Закатился, тролль врывается. Энигма! Блокхол отличный! Забирают котла, тролля тоже должны забирать. И лайфстиллер здесь же, еще один блокхол имеется и даже не думает. Забирает лайфстиллера, лайфстиллер в таверне. Сразу же два байбека. И бежать. СФ оцепляют. СФу нужно помочь. СФ пытается убежать. СФ, Слардер идет за ним, закрывают, но нет, Слардер не отпускает Shadow Fiend'а. Может быть, второй блэкхол был лишний. Они сейчас пойдут, там нету двух блэкхолов, и да, придется тратить байбеки 100%, потому что к тебе сейчас будут заходить, надо байбекаться, СФу тоже надо байбекаться. Ревзы, Слардер очень авантюрно играет сейчас. Наверное, Слардер. Поставь, должен уехать, нет, не уедет он никуда. Забирают его. Пульсом. СФ окупается, Слардар. Бёрнинг, Рейдж, Стан, заходит. Пытаются съесть Туска, Туск погибает, есть байбек, теряет гем. Венга отступает под Солар Крестом. Я только слышу эту красную клавишу, бам-бам, выкупаются просто все подряд. Все, у IG... 10 героев живы.
У IG все байбекнулись, и сейчас им ни в коем случае нельзя проигрывать драку. Съедают узко второй раз, все, байбеков нету. Да, байбеки надо было включить. Только у Enigma есть байбек, но это не имеет значения, потому что Enigma нужен Black Hole. Без Black Hole она не боец. Последняя сторона, XXS, получает Malefice. 60 секунд, очень долго это. Нужно стелить розочку. Слардер влетает в нее, но нету фолова. Enigma сейчас бы как-то развести... Лагает, все, повисло, ничего не видно, что происходит, розочки уже нету. 15 секунд розочки. Влетает, они пошел батл транс. В барак. Барак падает. Остается один барак. Бёрнинг ест его. Свап, пошел. Бёрнинг съедает. Это мега крипы. Тролль продолжает биться. О, тем временем Лина минусует СМ-ку моментально. Enigma, 30 секунд до блэкхола. Да, это 30 секунд, которые кажутся вечностью. Это ГГ. Байбек, да, от Enigma. Жали. Все умирают на розочке. Ну, здесь, да, здесь уже не важно, потому что упали. Упали. Хотя можно было попытаться, но проблема в том, что Лина слишком сильная. То есть даже если убить всех, останется там Лина Котл, Лина разберется со своими соперниками. Лина Котл, у которых на торс по 20 тысяч, это, я думаю, да. Серьезно довольно-таки. Да, Котл там будет... Реально больно наяривают. С